Ну что, наступил очередной выходной. Сегодня у нас воскресенье, не суббота. В общем, как и в прошлый раз, мы в субботу были заняты, поэтому влог я начинаю свой в воскресенье. Вот. И сейчас мы идем. Есть у меня планы сегодня серьезные полетать. Хотя мороз. Мороз на улице. Посмотрел сейчас я на градусник, когда выходили из дома. 15 градусов мороза. Вот, в такой мороз я еще не летал. В 12 летал, в 15 еще не летал. Ветерок еще есть. И главное, что мы идем снимать на речку. На речку, она замерзла. Вот, высоко поэтому поднимать не буду квадрик. В планах так у меня полетать. Там возле соборной горки посмотреть, катается ли детвора, значит, на машинах. Лыжники ли есть. Там над одной циркушкой полетать. И так немножко еще полетать над нами. И самое главное, я хочу испытать. Я купил на этой неделе светофильтры для камеры моего квадрокоптера. Вот. Говорят, что если их применять, то можно в итоге после постобработки сделать ролик гораздо лучше. Ну, посмотрю, как это у меня получится. Вот. Ну, а сейчас, значит, мы идем на речку. На речку, на том бережок, на тот бережочек. Вот. Ну, ладно, идем. Холодно. Ну вот, пришли мы на реку. На речку. Вот. Кстати, здесь внизу, в низине реки, ветра почти нет. Вот я хочу у того моста полетать, у этой церкви, что только что здесь было. Вот. Но самое обидное немножко, что никто на санках не катается. Вот там возле соборной горки обычно катается детвора, но сегодня холодно или еще рано. Ну, в общем, саночников нет, зато есть рыбаки. Будем летать над рыбаками. Ну, лыжники, да, лыжники у нас тут почти всегда.
общем, пока не знаю, пока не смонтирую, ничего сказать не могу, но вроде как квадрик справился. Сразу скажу, что с фильтром я ошибся. Фильтр надо было брать посильнее. В общем, я купил набор светофильтров, как бы это вам сказать, в общем, 4, 8, 16. Вот я взял самые слабенькие, 4, надо было все-таки брать 16. Но это с опытом я вычислил, под какую погоду какой фильтр. Вот, ну ничего, в общем, полетал, как я хотел. Саночников нет, знаете почему? А потому что вот, я даже не знаю почему. Обычно вот здесь, с этой горки, раньше катались всегда, а сейчас как-то тут вообще никого нет. Лыжников много, относительно много, потому что сегодня холодно. И мы замерзли с Маргаритой, стоя на этой реке. Ветерок, правда, не сильный, но морозит сегодня. Так что сейчас пойдем греться в пирожковую. Все, Маргарита вон уже побежала вперед меня. Побежали греться. Ух, идем по направлению, значит, к нашей пирожковой любимой. Вот смотрите, здесь у нас такой сквер есть. Там памятник Ленина. И там через дорогу наша пирожковая. И вот здесь елочку еще не убрали. Интересно так. Уже февраль месяц. Кстати, сейчас, когда сюда шли, проходили через площадь Революции, там основную центральную елку убрали уже, да, давно. Вот она, наша пирожковая. Сейчас вышли. Рита говорит: о, другое дело. Я с ней согласен. Гораздо веселее стало, теплее. Все, теперь пойдем, значит. Ну, сейчас по магазинам пойдем куда. Погуляем еще немножко. И домой монтировать политушки. Ну ладно, постараюсь говорить погромче, потому что ветер задувает в городе. Тут всякие аэротрубы возникают между зданиями. На речке было меньше ветра, чем в городе. Но все равно надо мне, значит, влог заканчивать. Значит, что, подведу итог. Полетал я сегодня на новых настройках с самым прозрачным фильтром из трех, которые я купил. Наборчик, три фильтра. 3000 отдал за этот набор. Вот. И я понял, что... Вот уже понял сейчас, что фильтр надо было брать, ну, средний, наверное. В следующий раз возьму средний. Если его будет не хватать, значит, буду брать потом самый темный. Ну, так, методом проб и ошибок. И опыт и приобретается. Так что все нормально. Сейчас мы сходили в пирожковую. Рита взяли по кофе с молоком горячим. Рита взяла ватрушку с творогом. Она ест только, значит, полезные продукты. А я взял гадость, которую никому, значит, не советуют брать. Я взял котлету в тесте. До того она вкусная. Люблю я котлету в тесте. Еще с тех пор, как я учился в техникуме, что было при советской власти, когда я питался тоже в основном в столовых, котлета в тесте, колбаса в тесте, сосиска в тесте. Это с тех пор мои любимые такие перекусы. Вот, что-то я разболтался не по теме. А тема такая, что этот влог я сейчас заканчиваю. Вот, прощаюсь с вами на неделю. Я надеюсь, следующий влог, может быть, даже будет из двух дней состоять. Но пока не буду загадывать, как будет погода, как будут у нас домашние дела. И, ну, там видно будет. Все, ребята. Давайте, до следующих встреч, до следующих влогов. Всем пока.